Ни снег, ни дождь, ни помеха веселой музыке и зажигательным танцам. На улице Почтовой стартовал фестиваль «Крымская весна». Интерактивные площадки, мастер-классы, викторины и интеллектуальные игры 16 марта улица Почтовая была разбита на тематические зоны, где каждый нашел себе место по вкусу. На протяжении всей улицы были установлены стенды с фотографиями достопримечательностей Крымского полуострова, а на одном из них рязанцы смогли указать свои самые любимые места отдыха в Крыму. Крым – это вещь. Это надо обязательно его раскручивать и всем туда ехать. И погода там прекрасная, море чудесное, народ хороший. Очень счастливы, что побывали в Крыму после того, как он присоединился. Вот. Всего желаем самого хорошего, процветания. Вот вы можете сами себе представить. Все побережье, в принципе. То есть, ну, вот такие выставки, они на самом деле ярко, наглядно демонстрируют интерес рязанцев, их гордость за то, что Крым наш. На улице Почтовой расположилась и танцевальная зона, где можно было зажечь вместе с профессионалами своего дела, а также две сцены, где выступали детские и молодежные коллективы. Прошли и спортивные мероприятия. Во время торжества работали гастрономические ряды, фотозоны, а также выставки рязанских и крымских фотохудожников. На главной сцене фестиваля прошел концерт, в котором приняли участие творческие коллективы Рязани, а также выступили поэты и писатели. Праздничные мероприятия, посвященные Крымской весне, продолжались в течение нескольких дней на разных площадках города. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».